Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня выросли на 10%. Об этом на заседании Президиума Госсовета ранее объявил президент России Владимир Путин. Это решение позволило увеличить все выплаты, связанные с размером прожиточного минимума. Их получателями в Губкинском являются более 1500 человек. С 1 июня прожиточный минимум теперь у нас на душу населения составляет 19 832 рубля. Это для малоимущих семей, это семей, которые получают у нас детское пособие, это для семей, которые получают ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей. Также это коснется у нас семей, которые получают на первого ребенка ежемесячные выплаты. Без участия граждан нашего города, то есть это будет все автоматически просчитано, увеличено и будет уже с 1 июня, мы уже и выплатили с 1 июня в новых размерах. Повышенные выплаты горожане получат уже в июле этого года с доплатой за июнь.